Я занимаюсь около 2 лет, а так фотографией занимаюсь приблизительно 30. О, и как вас действительно вдруг потянуло на макросъемку? Чисто случайно. Работаю с человеком, который вместе... Я вообще инженер-механик. И работаю с человеком, который занимается тоже макро, видел его фотографии и тоже увлекся. И на сегодняшний день снимаю очень много макро. Мне очень это нравится, это очень интересно. Что мы видим здесь? Здесь мы видим богомола. Самку богомола, которая сидит около оутеки, так называемый, это не совсем кокон, но в нем рождается богомол. Спасибо.